Everybody, с вами Федор. Я известный блогер, которого еще никто не знает, но скоро будут знать многие. Большой жизненный опыт, некоторый жизненный успех заставляют меня думать, что я могу быть вам полезен. Если вы желаете достичь успеха в жизни, сделать карьеру, заняться творчеством, научиться общаться с людьми, то вам на этот канал. Откуда я взялся? Сколько себя помню, я мечтал быть артистом, всегда быть на публике, говорить с людьми, доносить до них свои мысли. С детства я отличался артистизмом, необычайным талантом, красивой внешностью. Мама верила в меня, и я решил пойти по этой дорожке. Я избрал свою судьбу. Вскоре организовал свой театр, набрал отличную труппу, стал директором. Мои артисты. Мы выступали везде, куда нас приглашали, ездили по многим городам. Пандемия положила конец этому бизнесу. Уже нельзя было выступать в общественных местах. Пришлось распустить труппу. Но я не унываю, решил стать блогером. И вот я с вами. На своем канале хочу выкладывать интервью с интересными людьми, пусть даже не очень известными, но успешными в какой-то деятельности. Темами себя не ограничиваю. Все зависит от вас, дорогие мои. Пишите в комментариях, обсуждение каких тем вы хотели бы услышать в моих интервью. Что вам интересно? Первое интервью планирую выложить в самом ближайшем будущем. Пока-пока. До встречи на моем канале.